Сергей Зверев объявил войну председательнице ТСЖ. Король гламура нашел себя не на помойке, поэтому запах мусора, проникающий в окна его элитной квартиры, он долго терпеть не стал. Всего лишь 10 лет понадобилось для того, чтобы ангельскому терпению фэшн-иконы пришел конец. Звезда отправилась прямиком к мусорным бакам, стоящим под его окнами, чтобы навести порядок раз и навсегда. Упускать такой инфоповод грешно, решил Зверев и поделился подробностями происходящего в своем микроблоге. И дай бог, уважаемая Анна Петровна, вы эту помойку обратно вернете туда. Я за вами буду следить. Ты прям там кричал на видео, что объявляешь войну этой женщине. Объявил войну. И жду сейчас, когда, если она не сделает выводы, и если она вернет помойку туда, куда не надо, то, естественно... Что ты будешь делать? А там срок. Да. Там ничего делать не надо, там просто срок. Но тебе-то надо мотаться по судам, скандалить с этими женщинами. Зачем тебе это? Ну, ради здоровья людей, ради собственного здоровья, ради здоровья своей семьи я просто обязан. Угрожать расправой женщине больше похоже на Киркорова. Но, возможно, звезда просто истерит перед неумолимо приближающейся собственной пенсией. И хотя никто точно не знает, сколько лет Звереву, не исключено, что скоро он и сам составит компанию Ане Петровне, например, в очереди в ЖЭК.